Получается, ее мама, она моя тетя. Она говорит, это копия ты в детстве. Просто, говорит, вот если ты сказала, что вот так я хочу, говорит, ты сделаешь все, говорит, хитростью, криками, чем угодно. Но ты возьмешь по-своему. И да, она взрослая, значит, она мне говорит, Оля, крестная. А у нее сестра есть старшая, Алина. Почему ты Алине даришь телефоны, а мне нет? Вообще-то я твоя крестница, и ты мне должна подарить свой айфон. Я говорю, хорошо, Лиля. Здравствуйте, здравствуйте. Скорейшего возвращения и тебе, и мне, как бы. Понимаешь, да? Я уже, если честно, считаю дни на самом деле. Мне мой мальчик всегда, мало всегда говорит, мама, нельзя Егорчика ругать и пальчиком мажет. Правильно, мама. Блин, мне кажется, если у меня будет сын, ох, я буду жестокой мамой. Я просто, мне кажется, и жестокая, и жесткая, потому что надо мальчика воспитать мужчиной. Глядя сейчас на то, что происходит вокруг, какие сейчас стали молодые люди, и мне страшно, если честно. Я смотрю на мам, которые там ребенок. Я не знаю, Даша, если что, не обижайтесь, пожалуйста. Заранее прошу прощения, но я смотрю на мам, которые, знаешь, там начинают, упадет мальчик. На, ой, ты мой маленький, иди поцелуй, ты мой сладенький. Хочется как дать маме под затыльник. Вот поздно. У меня еще съема куча, где там или уже в Москве? Фотосету готовишься? Я уже готова давно. С того момента, как я уехала из Крыма, я готова. Да. Я ж хочу, ну, помнишь, мы с тобой говорили по поводу улицы, чтобы это была какая-то дерзость, сумасшествие. Поэтому, видимо, девочки, вот, видимо, скорее всего, и там, и в Москве. Ну, так это офигенно, я вот прям максимально рада за тебя, честно. Давай, твори добро на всей земле. У нас куча дел. Ты видел блогера, как он ребенка держал? Да, я видела, там их сейчас нашли его, взяли под наблюдение. Там сейчас будут проверять на наркотики, на адекватность. Дё, здорово, привет, привет, Жека присоединился. Вообще, какие люди у меня сегодня в прямом эфире, это просто... Я счастлива. Красава, привет, привет. Дёсик, как у тебя дела? Здравствуйте. Ты такой воспитанный. Здравствуйте. Ладно, пока, моя хорошая, заходи чаще в эфир. Жена? А где тут жена? Я что-то не поняла. Или Жека ты хотел написать? У тебя телефон уже сам выдаю. Саня. Саня, жду в Москве для съемок. Я его тоже жду. Пёс, я уже в Ростове. Мне просто рано очень привезли. Сегодня в 10 я буду в Москве. Выпить, закусить. Короче, шампанское напилась в день прилета в Донецк так, что думала, я на следующий день не выживу. Я просто уже молиться начала в итоге, чтоб меня попустило. Я заслушала, чтобы это... Погнала я на пляж и на прочие изыски. Слышишь, давай вот это вот. Иди на пляж свой, дразнишь. Дёс, ну почему? Где игнор? Я с тобой поздоровалась отдельно, сказала, Дёс, привет, первое. Второе, ты меня спрашиваешь, когда в Москву? Я говорю, сижу в аэропорту, приехала, правда, рано, вот жду свой вылет, буду в 10 вечера сегодня в Москве.
Я тебя не игнорила. Не надо на меня наговаривать сейчас. Это ты меня не слушаешь. Удачи долететь. Спасибо большое. Ты где? В Ростове. Ряна. Ну, тоже. Я об этом. Ты чё? Я еще как смотрю, заходят люди, я говорю, это люди у меня сегодня в эфире. Я сейчас молюсь, с девками так посидела, писец. Блин, вот тоже, да, как бы с девчонками или с мальчишками проще. Ну, я, знаешь, я пиздец посидела, я тебе так скажу. Опа, седина моя, видишь, перетыр. Ты, я как увидела вчера, я чуть сознание не потеряла, если честно. Я просто кушала и типа хвост играла, что волосы не лезли в тарелку. Вообще мне все равно, я и так красивая. Всем привет! В общем, я забыла купить сигареты. У меня осталась одна сигарета, а вылет у меня 8 вечера. Мне еще 3,5 часа сидеть в аэропорту, а у меня одна сигарета. Я вот думаю, смогу ли я кого-то стрельнуть. Хватит у меня на это смелости, потому что я, например, не люблю, когда у меня стреляют сигареты. Ну, как бы, не, если это еще делают девчонки, то окей. Но почему-то ко мне подходят все время, просят сигареты парни. И меня это очень удивляет и раздражает. Как волосы после процедуры? Офигенные. Я уже полтора года делаю счастье для волос. И, ну, я как раз приехала с моря. Они все равно были немного жестковатые. Плюс солнце. Жесткие от соли. Плюс солнце. Ну, такие, знаешь, полуживые. И вот они у меня уже после первой процедуры стали прям офигенные. Кстати, я сегодня-завтра выложу видео. Мы сняли без фильтров, без ничего. Вот, какие стали волосы. Это реально классная тема, абсолютно счастье для волос, ребят. Я вам просто ее рекомендую. Как вернешься, черкани, встретимся хоть что ли, померимся загаром. Чао-какао. Слышишь, ты только прилетел в Сочи, а я из Крыма прилетела еще месяц назад. Тут ты хитрый. Давай, я с удовольствием встречусь. Может, вы с Аней в гости ко мне приедете. Короче, на связи. Я прилечу завтра, маякну тебе. Бай. Соскучилась по Макдаку, шавухе и суши хочу. Это я когда в Крыму была 3 недели, я прилетела домой. И первым, что я сделала, я заказала доставку Макдака. На следующий день ко мне пришла подружка в гости. Она говорит, что будем кушать? Я говорю, будем кушать суши. Да, я тоже в этом... А, нет, в Донецке же есть уже. О, мамульчика моя, привет. Поедешь, я в аэропорту, в Москву лечу, Ростов. Анюш, привет, привет, привет. Так, надо, я тут присела, покушала. Надо расплатиться и пойти выйти прогуляться, подышать воздухом. Как-нибудь скоротать свои еще 3 часа. Самолет. Но все же. А еще, короче, я хочу удалить одну татуировку. А две набить себе, ребята. И я вот пока себя сдерживаю. Что кушаешь? Я кушала бургер, картошку фри и колу.
Очень обидно, что в аэропорту не продают сигареты. Прям очень обидно. Ди, привет! Привет, как дела? Обожаю тебя. Привет, спасибо огромное. Прям, а, класс, мне очень приятно. Все хорошо, у меня все нормально. Сколько тебе лет? Мне 32 года. Как же такого адекватного и умного человека, как ты, занесло на этот дурдом, Ванюш? Ну, не знаю, но это, знаешь, надо было же испробовать какой-то драйв, я не знаю, как, вот как. Я не могу дать ответ. Мне тоже многие задают этот вопрос, а у меня нет на него ответа, вот серьезно. Я просто не думала, что там все вот так... не совсем правдиво, что вот, знаешь, каждому герою дают, повторюсь уже, каждому герою дают роль. И, при том, что хочет этот герой этой роли или не хочет, не имеет, их не волнует. И поэтому, как бы, ну, вот так, так вышло. А на море белый песок. Или еще яхта, чайки. И мы с тобою влюблены. Малыш не дает смотреть. Мы купаться пошли, Покедона. Давай за меня покупайся. Езжай на море, кто не дает. Я уже была на море, я уже была в Крыму. Пока я не могу себе позволить эту роскошь. Я бы сказала, даже публичный дом 2. Ну да, ты там либо устраиваешь дичь, либо гюльчатай, а, яхта парус, спасибо. А, либо устраиваешь дичь, либо гюльчатай, подними юбочку. Я ж почему якобы влюбилась в Дмитрянка, сейчас расскажу. Потому что мне сказали, что, ну, как бы, надо строить отношения, но я отношения на доме 2, это что-то было, ну, несовместимо, тем более с кем. Ну и вообще на камеры, это для меня воу-воу-воу. Вот, и я выдумала эту любовь Дмитренко, что типа я вот влюбилась в женатого парня, поэтому мне никто не нравится другой. Все просто. Сейчас я в Ростове. Привет. Сейчас я в Ростове. Тишка, посчитайте, пожалуйста. Родной город, да? Ты из Ростова? А ты в Ростове прям живешь сейчас? Какой у тебя вес? Слушай, я приехала, значит, в Донецк, у меня вес был 51. Карта. Сейчас, ребят, секундочку. Значит, когда я приехала в Донецк, у меня там, ну, почти 52 килограмма. Когда я себя взвешу, у меня 50, как бы, килограммчик я тут поднаела. Они поступали предложение вернуться. Было это предложение, в феврале они меня хотели вернуть. Предлагали со старту 80 тысяч зарплата, типа телефон не будут забирать и один выходной в неделю. Спасибо. Но я нет, я отказалась. Красивая такая. Спасибо огромное. Но мне кажется, это все фильтр меня так делает. Надолго ли в Ростове? Нет, я проездом. Я вообще ездила в Донецк. Сейчас возвращаюсь из Донецка в Ростове. Сейчас в аэропорту жду свой вылет на Москву. Ты из Донецка. Я вообще родилась в Горловке. Родилась в Горловке. Потом переехала в Донецк учиться, работать. Из Донецка я уехала в Киев. А из Киева я уехала в Москву. Но не прям, но почти из Зернограда. А, слышала, да. Слышала. Вот. И была в гостях, гостила, а теперь еду домой. Домой. Где мой дом, господи? У меня дом Донецк, дом Горловка, дом Москва. У меня столько домов. Дом, наверное, там, где хорошо. А хорошо мне, в принципе, везде. Все зависит от человека, наверное, даже. Ладно, привет.
Привет. О, в Москве похолодало. Наслаждайся этим теплом. Слушай, я смотрела вот эту неделю, пока я была в Донецке. Там днем до 14 градусов в Москве, ночью вообще 10. Но сейчас вроде бы как более или менее, там что-то 22. Ну, для меня, ну, 22, ладно, хоть 22, хоть не 14. Путешественница. Да. Ладно, ребят, я была рада вас видеть. Огромное вам спасибо, что вы мне помогли скоротать время. Если мне станет прям слишком грустно, я выйду к вам и с удовольствием пообщаюсь. Будете не заняты. Я вас всех люблю, буду работать в Москве. Я вас всех люблю. Спасибо вам за прямой эфир. Пока.